Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 26 сентября, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Леонтия. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «лев». Небесным покровителем его является мученик Леонтий. Жил святой мученик в III веке от Рождества Христова и происходил из Египта. Был он истинно верующим христианином и не скрывал своей искренней любви ко Господу Богу нашему. За исповедание веры вместе со своими духовными братьями Леонтий был схвачен идолопоклонниками, которые не знали жалости. Мучеников посадили в темницу, где ежедневно истязали, морили голодом и жаждой. А после пыток исповедников связали по рукам и ногам и бросили в море. Морские волны выбросили тело святого Леонтия и остальных мучеников на сушу. Ангелы сообщили христианам о бренных телах казненных мучеников. Тогда последователи Иисуса отыскали их и предали погребению. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Марка, Гордея и Юлиана, Луку, Петра и Степана, а также Александра и Николая. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!